Всем привет! Сегодня почти конец сентября, 25 число. Хочу вам снять на момент этого времени свои орхидейки. На улице у нас за окном дождь, целую ночь барабанил, и вчера после обеда барабанил. Короче, началась дождливая осень. Вот. Но орхидейки нас не перестают радовать. Вот такая вот у меня орхидейка, которую я молодила. А здесь вот обрезаем мы, ну, хочу обрезать я детку, потому что, видите, она за короткий период, буквально вот за 2 месяца, она вот вырастила такой вот, раз, два, три, четвертый лист лезет, корни, и они начинают уже углубляться вглубь, и пустила на цветонос. Если вам вот видно, то сбоку вот есть цветоносик. И поэтому пока, чтобы не опоздать обрезать цветонос, потому что он будет утолщаться, и корни пока не углубились вовнутрь, я хочу ее отделить. А также у меня этот, не знаю, как он называется, цимбидиум или камбрия, отцвела, довольно-таки быстро отцвела, на, наверное, месяц процвела, и все, и быстро отцвела, как бы она долго не держится. Минька у меня также сама вот стоит и наращивает только листочки, и нету цветоноса, и на старых цветоносов хоть и зеленые конечки, но не пускает она никаких цветочков. Моя Манхэттен, вот она, красотка Манхэттен, уже готова к пересадке. Я буду делать для нее грунт и пересаживать, потому что я сейчас вам покажу. Вот я дождалась роста корней, дождалась, пока проснутся корни. Вот видите, есть корни, которые опустились из боковых этих корешочков старых, или продолжают, или пускают новые. Вот, я этого дождалась, и поэтому пора уже готовить грунт и пересаживать. То есть в таком состоянии она уже у меня не, листья, корни не завянут, и она сама не погибнет. Вот, с ней все в порядке, и уже буду пересаживать. Эта детка, которую я отделяла, тоже омолодила, когда вот этот вот куст белой орхидеи. Очень шикарная королевская такая, я ее называю королевская, на самом деле не знаю, королевская или не королевская она, но она очень шикарная, потому что у нее на пол ладони цветы. Видите, такие белые шикарные цветы. На пол ладони они огромные просто. Вот, и вот она, детка, от нее уже довольно-таки большая. Это орхидейка, которую мне дали ее среанимировать. Она начала вять, потом мне пришлось ей 2 раза обрезать шейку. И сейчас у нее довольно-таки нормальное продвижение. Вылазит листочек и наращиваются листики. А здесь эта орхидейка у меня, это тоже белая орхидея, белоснежная белая орхидея. Все в порядке, но тоже она требует омоложения. Но пока я этого не буду до следующей весны. Эта орхидейка тоже у меня была на реанимации. Она выпустила такой вот маленький листочек, это который она, когда она начала адаптироваться, корни довольно-таки уже начали углубляться. И это второй листочек, а это третий листочек. Видите, с каждым разом листочек все больше и больше. Вначале вот маленький выпустила, потом все больше, и второй, и посмотрим, какой он будет. А вот эта орхидейка, которая у меня на омоложение, она уже требует тоже пересадки. У нее корни довольно-таки начали расти. Это та вот орхидейка, которую я отделяла, и которая сейчас растит мне корешочки. И, ой, детка хорошая, большая, и цветонос на детке. А это уже мамочка, вот она такая вот выпустила 2 цветочка. Третий уже завел, 3 было.
Так, эта орхидейка у меня тоже была на адаптации, и я ее посадила в такую вот систему, которая полузакрытая, как называют ее, полузакрытая система. Это есть кашпо, наливается сюда вода, вода там стоит, хотите сливайте, хотите не сливайте. Но пока была жара, я ее не сливала. Вот видите, корни очень хорошие, и уже они вниз спустились, да, горшок для нее маловато, надо побольше горшочек. Выпускает мне очередные много корешочков, воздушных корешочков, большие такие, и цветоносик. Вот та орхидейка, не знаю я, как она цвет, но листик у нее вкрап, не нравится, но пока я у нее не вижу. Корешочки вижу, что растут, а цветоносов пока у нее не вижу. Это тоже орхидейка, которая у меня единственная не пересажена, так и осталась не пересаженной, с торфяным стаканчиком внутри. Но корешочки у нее растут, листочек у нее растет, цветоночек старый и пустил боковой побег, и она цветет до сих пор. И вот такой у нее цвет. Это уже более тусклый, потому что когда только мы знаем, что когда только цветочки распускаются, они намного ярче и насыщеннее. Но вот пока такой вот. Это тоже камбрия. Камбрия, да, точно, камбрия, это мне там написано. И с очень хорошие у нее корешочки и бульбочки, но она еще не цвела. А сидит она у меня довольно-таки уже еще раньше лета было, уже значит на месяца 4-5 она у меня сидит. И вот только вот два больших побега этих, и все, и так она не цвела. Это у меня тоже белая орхидейка на адаптации сидит. И можно ее попробовать посадить уже в мох. Пока ее в систему какую-нибудь сажать, только в мох посажу и посмотрим, как она будет себя вести. Вот эта орхидейка тоже полузакрытой системе на адаптации. Растет на листочек. Вот у нее вырос такой вот листочек. И растет цветонос. Это тоже, это не реанимашка, это орхидейка у меня 1,7. Когда я покупала, вот подростки 1,7. И вот такая она у меня уже выросла. Пришла она с этими тремя листочками. Вот четвертый листочек вырос такой длинный. И лезет пятый листочек. Выпустила. Так, эта орхидея у меня бордового цвета. Начала она растить вот такой вот шикарный широкий лист. Предыдущие листы были не такие широкие, но сейчас выпускает широкие. Вот, растет корешочки и вылазит цветоносик. Так что скоро мы будем наблюдать и у этой орхидейки цветение. Эта орхидейка на реанимации. Сейчас ее посадила в мох. Сфагнум. Вот она с такими три листочка были. И вот она 3-4 листочка вот было. И выпустила она вот поменьше, потом побольше, и вот сейчас растет новый листочек. Корешочки вроде бы в нормальном состоянии, углубляются вниз, вроде бы они все живые, хорошие листочки. И эта орхидейка тоже я посадила ее в сфагнум, потому что она у меня была на реанимашке, но долго нельзя в воде. И я посмотрела, что в воде тоже нельзя долго держать на реанимации орхидеи, потому что они начинают вять и начинают они портиться. Поэтому я решила ее посадить в сфагнум. Посадила ее в сфагнум, и вот у нас листочек, и растит второй такой вот маленький листочек. Надеюсь, что она у меня не пропадет и даст дальнейший рост. Это у меня дендробиум. Дендробиум растет у меня прекрасно, хоть и не выпустил новых молодых побегов. Вот, пока я здесь ничего не наблюдаю, но кустик очень красивый, шикарный куст. Бегло пробегу по остальным орхидейкам. Так, эта орхидейка у меня растет. У него, кстати, вот цветы, вот такие вот у нее очень красивые цветы. Видите, муха залетела туда, уже от холода сонная. Вот такие красивые цветочки. Но она вот натускнеет. Она становится бледно-желтая, хотя она насыщенно оранжевого цвета с прожилками. Но вот она тускнеет, бледнеет, но очень-очень долго держится, очень долго цветы у нее.
А вот, ну вот лезет у нее новые корешочки, хотя очень давно у них не было корешочков никаких, не было никаких сдвигов, пока не начала пользоваться корневином. Но еще раз повторю, корневином я пользуюсь в неделю пару раз, но очень слабенький раствор я делаю и опрыскиваю. Вот эта орхидейка тоже у меня была на ранимашке. Она растет очень этот листик. У нее там внутри была где-то детка, но так как я ее посадила, и она была на реанимации, конечно же, детку затормозилась в росте и нет. Может быть, когда-нибудь и проснется, но пока ее я не наблюдаю. Это тоже у меня подросточек 1,7. Было вот 3-4 листочка. И сейчас вот она выпустила первый, второй и вот третий длинный и растет новенький листочек. Но цветоносов я на них еще пока не вижу. А вот это мини-орхидея, которая у меня цвела бордовым цветом, пока цветоносы я не срезала. И вот она у меня наращивает сейчас листы. Эта орхидейка тоже у меня очень долго стояла в замершем таком состоянии. Был очень долго выдержался цветонос. И я поправила вот серединный листик. И вот он остался, вот он также и коронный. Не дал развития никакого, остался на таком же месте. Я зубочисткой его поправила, и после этого она дала листик, вот растет второй листик, и дала цветонос, который мгновенно, очень быстро вырос за месяц буквально. Я вам показывала, что он был малюсенький, а сейчас он, посмотрите, какой здоровый. Здоровая детка. Первый лист она выросла очень большой, второй лист она растет большой и наклевывается там уже корешочки. Вон, видите, под шелупаечкой наклевываются уже корешочки. Так что через месяц будем и эту орхидею отсаживать, детку отделять. Эта орхидейка растет, растет листочки. Эти корешочки пока в замершем состоянии, они не растут, но растет на такой вот длинненький цветоносик. Сейчас на ней 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 бутончиков. Так, и эта орхидейка тоже растет, растет, растет листочки, растет корешочки, продолжение вот корешочков роста зелененькие, значит, они в росте, и там корешочки растятся. И здесь вот такой вот цветоносик. Вот такая вот она нежненькая, персикового, желто-персикового цвета. Листочки она сушит быстро, и отцветает она довольно-таки тоже немедленно. Я сказала, что для орхидеи она отцветает, отсушивает свои цветы довольно быстро. А вот эта орхидейка у меня тоже на ремашке. Это растут такие вот маленькие листочки, но и вот все больше и больше становится листочков сиреневым таким бордовым листьев, бордовый окрас такой листьев. И довольно-таки медленно растет детка. По сравнению, эта детка начала расти, наверное, месяца 3 назад, а эта вот начала расти в конце августа. И вот по сравнению, эта детка выросла, и вот это вот растет, конечно, сравнение такое. Это такая маленькая, зачахленькая, а эта детка такая вообще шикарнейшая. Так, немножко покажу вам это. Моя камбрия, посадила ее в кору, в закрытую систему. Вот такой у нее один молодой такой ростик. И вот эта орхидейка тоже пятнистая. Даже не помню, как я ее на, ну, есть у меня название, нужно будет подписать, потом вам скажу. Такие у нее корешочки в активном уже росте, и в воде они довольно-таки жирненькие, хорошие. И надо ее уже отсадить в горшок. Но пока нет времени. Это у меня камбрия, и тоже она все вот зачахло и пока стоит, и вот там виднеется зелененький паросток. Не знаю, уклемается она, выживет, не знаю, что делать. Это у меня дендробиум. Дендробиум этот не фаленопсис, а дендробий нобеля. Вот детка, еще вот две детки. Это отсажена от нее детка. Пару деток я продала, одну отдала. Вот, это у меня тоже на реанимации, но у нее две детки.
и маленькие корешочки были. Но решила я его посадить в такую вот банку, и там водичка. Это попугайчик. Попугайчик у меня листы растятся, что-то он так слабенько сидит, надо проверить. Вот. Ну и здесь есть корешочки. Надо проверить, чего-то он у меня так слабенько сидит. И покажу вам наконец-то. У меня вот все орхидеи, которые омолодила. В этот раз все орхидейки дали детки. Вот здесь, которая молодила орхидею белую. Вот деточка лезет там внутри. Она еще маленькая, очень крошечная. Здесь вот деточка лезет. И на другом у меня окне тоже две орхидейки. И тоже есть две детки. Так, это у меня орхидейка, которая на реанимации. И вот она опустила цветонос. Так что скоро мы узнаем, какое же у нее все-таки цветение, потому что я ее покупала не цветущую. И эта орхидейка тоже Денеробиум нумили. Пока вот растет, так не знаю, растет, что с нее будет, поливая пока. Это моя посылочка стоит. Вчера хотела отправить, но не работала почта. Сегодня поеду отправлять. Все, кто меня смотрел, кто все, кто поддерживает, спасибо за внимание. Всем пока!